Я сейчас прошел в болтоходах через вот эту узкую колею. Так, предлагайте варианты прохода. Или сюда. Вот здесь очень широкая, красивая сосна растет. Вот здесь есть еще одна дорожка, ведущая уже в сторону дома. Ну а для тех, кто хочет еще погулять, мы предлагаем вот такие пешие маршруты по нашему сосновому бору. Здесь можно походить по сугробам в высоких сапогах. Будет не страшно залить себе туда воды, не получится.